Здравствуйте. Сверх? Да. Сейчас полицию что помочь, на сервозу только не вращай. Так, останется. Кто? Так, 2023 год. Угу. Смотрите, по какому поводу там? На территории Республики Крым в период времени с 2020, а также 2020 года возможно проведение несанкционированных акций. И в связи с чем вам будет выноситься предупреждение о том, что вам, как говорится, нежелательно в них участвовать, в связи с тем, что эти митинги, если они согласованы с правительством Республики Крым, то есть вы в дальнейшем можете быть привлечены к ответственности. Ну, просто утром будет. Да. Смотрите, предупреждение на двух экземплярах. Угу. С чем такое предупреждение? В связи с тем, что возможно проведение этих несанкционированных митингов. И, как говорится, надо вас ознакомить, вот тут все подробно указано. Я ничего не знаю. В связи с чем? Ну, отказываюсь. Она писает то, что отказываетесь, можете как-то своей рукой? Не, ну по 51 статье, я потому что не хотелось. А вы почему меня снимаете? Вы не имеете права снимать. Сотрудника. Вы меня уже сняли, понимаете? Не, мы отказ мы запишем. Смотрите, я все. Вы не имеете права снимать на свой личный телефон. Нарушение закона. Ну, вот, нарушение? Вот вам это предостережение. Держите. Это предупреждение. Ну, зачем вы меня сейчас снимаете? Я не буду его брать. Вы нас ведете в видеофиксацию, и мы видео... Не, я вас никого не снимаю. Вот у меня телефон смотрит вниз. Вот никого лично. Вниз. Ну вы меня уже в кадр взяли. Зачем мне оно надо? Вы не имеете права как должностное лицо. Я имею право вас снимать. Почему? Потому что вы правоохранительный орган, ну, вы лица, которые работаете на граждан, понимаете? Я могу снимать вас, но вы меня не имеете права, понимаете? А что, в чем соцсети? Ну тем более на личный телефон. Держите этого. Один раз. Снимите, выключите. Я вот сотрудника снимаю. Он меня снимает, потому что я вам его даю. Не переживайте. Чтобы не говорили, что да. Мы не выдавали его. Не, ну я не буду брать его. Вы отказываете, да? Дело ваше, смотри, сам. Я вас предупредил. Да. Если, не дай бог, у вас будет какое-то нарушение, будете причины. Вы с какого, вот я не могу понять, почему вы лично мне принесли? А почему каждому не носите? Мы носим еще не только. Ну мы знаем, кому вы носите. Плюс-минус но догадываемся. Да, вы же тем более даже в курсе. Потому что не вы первый, кому заезжаем. Но. Так что, значит, вы отказываетесь брать. Все. Мы не говорим, что вы какой-то правонарушитель или какой-то. Не, ну в связи с чем вы приносите эти предупреждения, понимаете? Предупреждение вот. Приносит, чтобы вы как бы не санкционировали, не выходили на какой-либо митинг. Ну, шествия, пикеты, там, понятно, это да, по закону да, тоже. Что она, как бы, если они не согласованы с правительством. Если они согласованы с правительством, то вы выходите, конечно. Значит, вы брать отказываетесь, правильно? Ну, я отказываюсь подписываться и все остальное. Ну, смысл. Ну, все, хорошо, я вас услышу. Все, до свидания.